Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятова. Здравствуйте и смотрите сегодня. 120 человек и 17 единиц техники. Столько сегодня было задействовано в учениях на стадионе «Фишт». Их провели в преддверии Кубка Конфедерации. Хлудовский ручей два дня подряд подкрашивали. Вода меняла неестественный цвет дважды. Сегодня стала известна причина. Сочинские школьники мастерят магнолии. Сотни бумажных цветов будут розданы на мемориале в Завокзальном районе. В Сочи появилась первая искусственная волна. Это специальная конструкция для флоубординга. Крупнейший роддом для винограда. В Темрюкском районе открыли самый технологичный в России питомник для выращивания саженцев солнечной ягоды. Старт предприятию дал губернатор края Вениамин Кондратьев. В Тамани рассчитывают возродить автохтонные сорта, то есть те, которые выращиваются только на этой территории. Почему на кубанский питомник надеются во всей виноградарской отрасли России, разбирались наши краснодарские коллеги. Привой, глаза привоя. Это маленькая. С хирургической точностью необходимо соединить в одно целое черенки от разных сортов винограда. Операция по прививанию – один из самых ответственных этапов в работе виноградного питомника. От этого зависит, насколько саженец будет устойчив к болезням и быстро ли адаптируется к почве. Чтобы ускорить процесс создания посадочного материала, привитые черенки отправляют в стратификационную камеру. Камера стратификации – своеобразный инкубатор для винограда. Здесь ускоряют процесс сращивания саженцев. На все это уходит не больше 16 дней. Специально создают искусственный микроклимат. Температура от 27 до 32 градусов, влажность от 70 до 98%. Человек чувствует себя, ну, примерно как в бане, но для винограда самое то. Подобный виноградный питомник – первый в Краснодарском крае и крупнейший во всей России. Красную ленту на открытии сегодня перерезал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Мы сегодня все время говорим об импортозамещении, но какое же импортозамещение, если сегодня лоза импортная? К сожалению, определенные традиции были утрачены, но сегодня наши винодельческие предприятия будут обеспечены виноматериалом из нашего винограда. Это важно и сегодня необходимо для того, чтобы мы смело смотрели в будущее нашей винодельческой отрасли. Это первый шаг создания питомников в нашем крае. Мы планируем довести производство саженцев на этом объекте до 6 миллионов саженцев в год. Это очень серьезная цифра. И она позволяет смотреть в будущее не только нашей компании, а всему виноградарскому сообществу России. Для сравнения, в 2015 году во всей стране произведено чуть меньше 4 миллионов саженцев. Для отечественного виноградарства открывшийся на Кубани комплекс – это реальный шанс перестать зависеть от покупаемой за границей лозы. В этом году зависимость по лозе от импорта у нас варьирует от 40 до 50%. Что касается 2018 года, то процентная зависимость будет снижаться, ну и составит ориентировочно 30%. 2019 год 20-15%. И 2020 год 100% питомник всю свою мощность реализует на собственной лозе. Создавать саженцы в питомнике собираются не только для личного производства компании, но и для желающих по всей России. Уже есть несколько предзаказов. В этом-то и смысл, чтобы питомник, на самом деле, снабжал, безусловно, и ваше предприятие, но и другие винодельческие предприятия нашего региона. Сегодня в составе делегации есть делегация из Чечни, делегация из Крыма, делегация из Дагестана. Это уже потенциальные покупатели, которые, так сказать, приехали посмотреть товар. Да, это потенциальные покупатели при условии, что они после покупателей из нашего региона. Параллельно неподалеку разбивают новые виноградники. Через 3-4 года на Тамани рассчитывают сформировать кластер автохтонных сортов, то есть тех, которые выращиваются только в этом районе. Собственный виноматериал позволит как слезть с иглы импортных поставок, так и сыграть на понижение цены конечного продукта. В производстве вина доля сырья может занимать больше половины себестоимости. Это принципиально важно. Сегодня не импортно иметь прививку, а иметь только нашу, свою. Мы максимально замыкаем цикл на нашем сегодня сырье, и на этом все. Значит, мы уверенно будем стоять в винодельческой отрасли на ногах.
С открытием крупнейшего в России виноградного питомника Краснодарский край в прямом смысле становится колыбелью солнечной ягоды. Ну а места для ее посадки в регионе достаточно. Треть всех виноградников в стране находится именно на Кубани. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань 24, Темрюкский район. 120 человек и 17 единиц техники. Столько сил и средств сегодня было задействовано в тактико-специальных учениях на стадионе «Фишт», которые провели в преддверии Кубка Конфедерации. По легенде, на футбольной арене произошел пожар. Как разворачивалась условная ЧС и как отработали все задействованные в учениях службы, расскажем в нашем следующем сюжете. По легенде, футбольный стадион «Фишт» заполнен болельщиками. Во время матча на втором этаже в подсобном помещении начинается пожар. К арене один за другим подтягиваются пожарные расчеты. На стадионе начинается паника. Часть людей успешно эвакуирована, но внутри остаются пострадавшие. Их пожарные выносят на носилках и передают врачам уже подоспевшей скорой помощи. Других болельщиков в это время эвакуируют с верхних этажей по пожарной автолестнице. Они в порядке и могут передвигаться самостоятельно. В это время над Олимпийским парком появляется вертолет МЧС К-32, проверенный в поисково-спасательных операциях. В прошлом году он совершил 37 вылетов и перевез 96 пострадавших, а сегодня доставил условно раненого в ближайшую из сочинских больниц. Всего же в тактико-специальных учениях были задействованы 17 единиц техники и 120 человек. Это противопожарная служба, Южный региональный спас-отряд, Кубань-спас, полиция и Нацгвардия страны. Службы отрабатывали взаимодействие в рамках подготовки к футбольному Кубку Конфедерации. Подготовка к обеспечению безопасности объектов проведения Кубка Конфедерации 2017 года практически завершена. Отработан весь комплекс практических и организационных мероприятий по подготовке органов управления, сил и средств, обеспечивающих безопасность главного международного футбольного события 2017 года в городе Сочи. Ну а еще до Кубка Конфедерации стадион «Фишт» пройдет очередную проверку болельщиками уже 2 мая. Здесь пройдет финал футбольного Кубка России. А в конце месяца на арене вновь пройдут масштабные тактико-специальные учения. На этот раз будут отрабатывать взаимодействие служб при взрыве. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. 2 мая на стадионе «Фишт» состоится финальный матч Кубка России по футболу сезона 2016-2017. На поле встретятся екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Это будет третий футбольный тестовый матч на обновленном стадионе и с большим количеством зрителей. Администрация города Сочи обращается к болельщикам и просит пользоваться услугами общественного транспорта – электропоездами «Ласточка» и такси. В район стадиона «Фишт» необходимо прибыть заблаговременно, лучше за 3 часа до начала матча, а он стартует в 18:45. Необходимо запланировать достаточно времени на прохождение зон контроля и досмотра непосредственно на стадион. Не брать с собой запрещенных при проведении массовых мероприятий вещей. Заранее определиться с парковкой автомобиля, если отдано предпочтение личному транспорту. Количество парковок в Меретинской низменности ограничено. В целях исключения заторов на дорогах в усиленном режиме будет работать служба эвакуации. Более 14,5 тысяч билетов уже продано на финал Кубка России по футболу, который пройдет в Сочи. Ожидаются гости из Москвы, Краснодара и Екатеринбурга. Как будут обеспечены меры безопасности во время матча, сегодня обсудили на финальном заседании Оргкомитета по подготовке к финалу Кубка страны. Кубок России – это последний тестовый матч на стадионе «Фишт» перед Кубком Конфедерации. По данным РФС, игру посетят более 20 тысяч болельщиков. Из них 6 тысяч – это фанаты клубов «Урал» и «Локомотив». И всем хорошо известно, как порой могут себя вести ярые футбольные болельщики. Поэтому основной упор, отметил Анатолий Пахомов, на безопасность. Важно не допустить беспорядков. Необходимо продумать все меры к тому, чтобы, первое, это меры гостеприимства, это встреча всех, значит, гостей, всех спортсменов, футболистов, особенно фанатов, тоже встречать. Я думаю, что хлеб-соль никому не помешает, добрые отношения. Мы ориентируемся на Казань, там прошел матч, и фанаты «Спартака» там наделали много неприятных вещей. Вот. Мы как бы выяснили за фанатов «Локомотива», они как бы вроде бы лояльные,
болельщики. Но, повторяю еще раз, расслабляться ни в коем случае нельзя. Перед матчем на Олимпийской набережной запланировано шествие футбольных фанатов и пресс-тур российских и иностранных журналистов. Просьба к сочинцев от главы города быть гостеприимными, как они это хорошо умеют делать. Также на совещании Анатолий Пахомов сообщил о кадровых перестановках. Уволена с занимаемой должности директор Дома культуры Дагомыс Ольга Дубровская. Замначальника управления культуры получила строгий выговор. Дело в том, что в ДК никто не контролирует рамку досмотра, а значит, меры безопасности не обеспечены. Мэр подчеркнул, что так будет с каждым, кто халатно относится к вопросам безопасности и служебным обязанностям. Все хорошо до тех пор. Ну и, кстати, в Сочи 28 апреля привезут главный трофей Кубка России по футболу. На вокзале его встретят в 13:30. После кубок перевезут на площадь Южного Мола, где в 14 часов пройдет торжественное мероприятие. Спортивный трофей будет храниться в Музее спортивной славы до 2 мая. Вход в музей в этот период будет бесплатным. Ну и к другим новостям. Лучший подарок – это книга, да еще и о себе. Российский пилот Даниил Квят получил в день рождения собственный путь в Формулу-1. Печатное издание презентовали накануне в Сочи. Автор книги – журналист Олег Карпов. Он изложил гоночную карьеру Квята от начала занятий картингом до подписания контракта с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формулы-1 Тора Росса. Особо автора поразило то, как в юном возрасте Даниил вел переговоры с различными людьми. Ему пришлось переехать в другую страну для того, чтобы участвовать в соревнованиях высшего уровня. Несколько людей рассказывали практически идентичные истории, что приходит маленький мальчик и начинает им что-то про количество шин, которые ему нужно, про количество денег, которые нужно достать для контракта и так далее, и так далее. Да, это не было целью получать авансы, получать какие-то поздравления. Это просто книга пути моя. Мы хотели поделиться этим путем. И также потому, что за всю историю из России Формулы-1 было только 2 гонщика, поэтому для молодых гонщиков тоже будет интересно узнать, каков был мой путь, и сделать для себя выводы, и это все. Вся книга основана на многочисленных интервью. Подробности жизни Квята рассказывали родители, тренеры, механики и даже руководители команд международных гоночных чемпионатов. Мэр Сочи проинспектировал улицы города. Анатолий Пахомов вместе со своими заместителями и помощниками проехал по основным транспортным артериям курорта и осмотрел спальные районы в центре, Хости и Адлере. Сейчас Сочи на финишной прямой перед серией праздников и рядом событийных мероприятий. Осталось не так много времени, чтобы навести порядок на улицах и придомовых территориях. В городе уже появляются и элементы праздничного убранства. По итогам объезда Анатолий Пахомов в целом остался доволен обстановкой в городе, но есть и замечания. Они связаны, конечно, были с тем, что погода не давала подпорные стенки красить, заборы. Но думаю, что у нас впереди 2 дня и круглые сутки. Теперь все и начальники управлений, закрепленные за улицами, и главы районов, и руководители дорожных предприятий должны взяться и за 2 суток все привести в порядок. Напомню, 29 апреля состоится общегородской субботник, и все жители города должны выйти на уборку своих районов и улиц. Хлудовский ручей 2 дня подряд подкрашивали. Очевидцы рассказали, что вода меняла неестественный цвет 2 раза. Сегодня причина природной метаморфозы стала известна. Краску выливали в коллектор на территории предприятия «Сочи-Холод». Кто раскрашивал прозрачную воду, а главное, зачем, узнаем из нашего следующего материала. Вот кадры любительской съемки в доказательство того, что происходило утром. Хлудовский ручей приобрел красный оттенок. Сброс неизвестной массы в воду произошел примерно в 7 часов утра. Зачем и кому это нужно, оставалось только догадываться. А вот сотрудники администрации гадать не стали и провели собственное расследование. И не безрезультатно. Яркие следы привели к огороженной территории компании «Сочи-Холод». Один из коллекторов с остатками синего и красного пигмента все сразу объяснил. Руководители предприятия разводят руками. Ничего, мол, не знали, не следили. И не видели. Так не может быть. Я не знаю даже, что произошло. Вот видно же, что туда. Понимаете, вливали. Дело все в том, хорошо. Что у нас же здесь охраняемая значит, территория. Кто-то из своих. По соседству с коллектором склад с баками краски. Все цвета радуги могли поочередно стекать в реку. Абсолютно беспрепятственно и незаметно сделать подобное, как выяснилось, очень легко. Но результаты этой деятельности видит весь город. Теперь искать художника будет полиция. Сейчас уже опрашивают всех работников предприятия. Так или иначе, ответственность за происшествие нести будет.
будут хозяева участка. Каким будет наказание, станет известно, когда выяснится, какой ущерб пролитая краска нанесла воде. Два дня подряд в одно и то же время, в утренние часы, поступал сигнал о том, что Хлудовский ручей изменял цвет воды. Соответственно, это был вчера синего цвета, сегодня красного цвета. Вчера краска быстро растворилась и утекла. Сегодня она не успела. Пробы взяли, анализ будет завтра. Результаты анализа. Руководство компании уверяет, что лить краску в водосток им нет никакого смысла. Есть договор с компанией, которая вывозит ненужные баки. Что же это? Злая шутка или экологическая диверсия, направленная на срыв курортного сезона? Так или иначе, всему виной абсолютная бесконтрольность, за которую теперь придется отвечать. Инга Габеша, телекомпания ФКТ. Робот в помощь специалистам Сочи водоканала. На предприятии заработала телеинспекционная лаборатория, которая теперь и будет выявлять незаконные врезки в канализацию, а также обследовать трубопроводы на предмет засоров. Внутрь трубы вместе с роботизированной телеинспекцией заглянула и наша съемочная группа. Роботизированная или так называемая проталкиваемая телеинспекция вмещается в один автомобиль «Соболь». Именно его оснастили этим современнейшим и редким оборудованием. Сотрудники предприятия с принципом работы лаборатории уже ознакомились, и сегодня этот робот-инспектор приступит к своим основным функциям. Это робот, который имеет в своем составе передовую камеру для обследования труб, как канализации, так и водопровода, а диаметром 150 и выше. Имеется генератор для обеспечения питания робота. Имеется подъемный механизм лебедка для опускания робота в колодец. Опускается в колодец робот с камерой с помощью встроенной лебедки. Максимальная глубина 200 метров. А управляют агрегатом из операторской. Она оборудована прямо в салоне автомобиля. Здесь на экране и отображается картинка, которую снимает новейшая роботизированная телеинспекция. Ни для кого не секрет, что 90% проблем оно спрятано от глаз слесаря. Где-то находится на глубине. И есть два на сегодняшний день метода узнать об этой проблеме. Это раскопать и посмотреть глазами. Либо вот второй вариант, он находится у меня за спиной. Это запустить робота, который эту проблему укажет. Также позволяет делать плановые работы, следить за состоянием сетей, как водопровода, так и канализации. Благодаря такой теледиагностике сотрудники Сочи водоканала смогут более оперативно собирать данные о месте исследования, то есть в разы быстрее выявлять и устранять аварийные ситуации. Телеинспекционная лаборатория приобретена Сочи водоканалом в рамках программы модернизации техники предприятия. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи появилась и первая искусственная волна. Это специальная конструкция для флоубординга. На установленное под углом полотно бьет поток воды со скоростью 50 км в час, что имитирует настоящую океаническую волну. Встать на доску могут новички, возраст не имеет значения. Единственное, что детям с 2 до 7 лет обязательно помощь тренера. Остальным по желанию. А для профессионалов искусственная волна как тренажер, причем тренироваться на нем легче, чем в открытом море. Во-первых, здесь не нужно разгребаться, ну то есть не нужно заходить в воду, там грести очень долго, доплывать до лайнапа и так дальше. Здесь сразу упал, встал, поехал. Ну, то есть все просто, да. Во-вторых, нет волн, которые тебя носят. То есть у тебя одна стабильная, по которой ты едешь. Для спортсменов, кто занимается на сноуборде, на серфинге, на вейксерфинге, все, что связано с досками, это прекрасный тренажер, который тренирует баланс. И это, наверное, действительно уникальный тренажер, на котором можно полностью научиться чувствовать доску. При отработке баланса и различных трюков риска для жизни нет. Будто падаешь на батут, говорят спортсмены. Добавлю, что конструкцию перевезли в Сочи из Москвы. И уже в августе на искусственной волне планируется провести этап Кубка России по флоубордингу. Сочинские школьники мастерят магнолии. Сотни бумажных цветов на 9 мая будут вручены сочинцам на мемориале в Завокзальном районе. Таким образом, каждый житель сможет отдать дань памяти бессмертным подвигам солдат. Самый краешек, вот листика, заворачиваем. Креповая бумага, скотч и ножницы – все, что требуется для изготовления белой магнолии Победы. Такие творческие классы в преддверии 9 мая организованы во всех образовательных учреждениях Центрального района. Ученики 4-й школы к формированию искусственных букетов приступили недавно, но уже смогли сделать около 300 цветков. И еще столько же планируют изготовить. Каждый ученик, изготавливая магнолию,
вкладывает туда свою душу и сердце. Это способствует воспитанию патриотизма, развитию любви к нашему городу, к нашей родине. Преподаватели рассказывают о том, что наш город Сочи был городом-госпиталем, о том, сколько ушло на фронт солдат, сколько солдат вернулось, о том, как наш город помогал во время Великой Отечественной войны. Акция «Белая магнолия Победы» проходит по инициативе мэрии в честь 72-летия со дня окончания Великой Отечественной войны. 9 мая на мемориальном комплексе в Завокзальном районе школьники раздадут по цветку всем пришедшим почтить память героев. Сегодня Сочинский институт Российского университета дружбы народов отметил свое 19-летие. Праздничное мероприятие в честь дня рождения ведущего вуза города собрало гостей со всего мира. И сегодня же стало известно об открытии нового направления в сочинском РУДН. Свой особенный день сочинский филиал РУДН отметил под открытым небом. Праздник дружбы объединил студентов, преподавателей и выпускников. Гостями же стали депутаты городского собрания, руководители различных общественных организаций, научные светила. Поздравить филиал в Олимпийской столице прибыл и проректор Российского университета дружбы народов. Все филиалы закрыл наш университет. Все до одного. Сочинский институт никто закрывать не собирается. Он прекрасно проходит все проверки Министерства образования и науки. Это институт, это филиал, который уже самодостаточен, и в котором мы открываем уже магистратуру. Немного времени пройдет, будет аспирантура. Но это все благодаря прекрасным людям, которые здесь работают. В первую очередь, конечно, нашей дорогой коллеге Надежде Ивановне Козловой. Надежда Козлова – бессменный руководитель Сочинского института РУДН. Директор отмечает, все 19 лет институт гордится новыми достижениями, в том числе и успехами выпускников. Многие из них продолжили учебу в головном вузе в Москве и сегодня известны мировому научному сообществу. В этом году мы открываем новое направление в области журналистики, причем международной журналистики и международного права, потому что именно кадровые состав, положение и почитание города Сочи в развитии России и не только экономических показателей, но и в целом политической основы дает нам на это право. В эти дни в вузе проходит и 10-й юбилейный научно-образовательный форум. Студенты с разных континентов, в том числе из Иордании и Ирака, на площадке сочинского РУДН обсуждают геополитическую ситуацию в мире. В общем, скажем, в педагогическом плане, конечно, задача это все-таки воспитание патриотизма. Это наша миссия историков, политологов. На праздник сегодня пришли и участники Международного молодежного культурно-образовательного форума «Здравствуй, Сочи!» на встречу 19-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В честь дня рождения вуза ребята устроили флешмоб. Только улыбайся! Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Кубок «Газпромнефти» снова отправился в Москву. Суперфинал 11-го международного хоккейного турнира среди детских команд прошел накануне в Омске. Там встретились лидеры двух групп. Один из них, напомню, определился в Сочи. Кому повезло больше, расскажет Татьяна Говоркова. Это финальная игра на Омской арене. Лучшие представители Запада играют против лидера Востока. Детская команда ЦСКА отразила все атаки уфимского Салавата Юлаева и была быстрее, техничнее и слаженнее. В результате красно-синие одержали победу со счетом 3-0. И в третий раз стали обладателем трофея главного детского хоккейного турнира Европы. 15-килограммовый кубок армейцам вручили чемпионы мира и Олимпийских игр Юрий Ляпкин и Владимир Мышкин. В 11-м кубке «Газпромнефти» приняли участие 27 клубов из 5 стран. По традиции турнир разделен на две группы. Матчи Запада проходили в Сочи. Здесь-то столичный ЦСКА и выиграл путевку в суперфинал у ярославского «Локомотива». ЦСКА вперед! ЦСКА вперед! Ожидание и активная поддержка болельщиков оправдалась. Третья 15-минутка стала для ЦСКА урожайной на шайбы. Итог матча 4-0. Матч тяжелый очень. Ну, ребята молодцы, я им благодарен. Они выдержали и первый напор «Локомотива», а потом взяли в руки все-таки свою игру. Медали и подарки в Сочи юным хоккеистам вручали легенды советского спорта Сергей Бабинов и Виктор Шалимов. Самое главное то, что у них есть азарт, есть желание, они с удовольствием играют. И тем более вдвойне, наверное, приятно вручать детям.
то, что вот именно на таком стадионе, где проходили Олимпийские игры, вручать награды, и чтобы как бы, ну, постараться на пустой, что пора уже нашей сборной большой выигрывать Олимпийские игры. Сколько можно ждать? Мы уже устали ждать, поэтому, думаю, может, они подрастут лет через 7-8, кто-нибудь вырастет и будут... Новый олимпийский чемпион у нас. В этом году на Кубке «Газпромнефти» дебютировала и сочинская команда. Начали ребята уверенно, даже добились выхода в плей-офф, но там их ждали более опытные соперники. Я считаю, что мы удачно выступили. Уже минимум 8-го места мы не займем для Сочи, так как мы впервые участвуем в этом турнире. Я думаю, это хороший результат. Взять реванш и снова попытаться завоевать главный трофей состязаний сочинцы смогут уже через год на 12-м Кубке «Газпромнефти». Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну и в завершение выпуска информация от наших партнеров. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире.